водителю, проезжающему в сторону Ивановки по загородному шоссе. Поселок расположен вдоль трассы. В феврале этого года прокуратура вынесла предписание установить шумоподавляющие конструкции. Из приказа Минтранса РФ об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог следует, что устройства акустических экранов на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения возможно только в рамках капитального ремонта автомобильной дороги. Прокуратура Ленинского района города Оренбурга проведена проверка по коллективному обращению жителей микрорайона Солнечный по факту нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В ходе проверки были проведены измерения уровня шума, которые показали значительное превышение предельно допустимых значений. По результатам проверки ФКУ Федеральное управление автомобильных дорог при Урале прокуратуры района внесено представление. В настоящее время вдоль автомобильной дороги микрорайона Солнечный установлены шумоподавляющие щиты. На том месте, около которого сейчас установлены шумоподавляющие конструкции, находится первая часть поселка, а именно кафе, магазин и улица Пригородная. Мы здесь с 2016 года работаем, и раньше и шумно было, и во время дождей на припаркованные вот здесь на стоянке автомобили грязь летела с трассы, а сейчас и шума меньше стало намного, и какой грязи нет на машинах, и пыли нету. Без защиты от шума осталась другая часть поселка, а именно улица Ивановская. Застраиваться она начала совсем недавно. Тут шумоподавляющих конструкций пока нет. По картам граница города Оренбурга расположена прямо по линии реки Урал. По факту же обозначение об окончании города находится на въезде в микрорайон Солнечный. Также по трассе вдоль поселка после знака нет фонарей, что затрудняет возможность жителей близлежащих поселков доехать до дома. Устанавливать их также начали только в этом году. За микрорайоном Солнечным расположен новый многоквартирный жилой комплекс. Будут ли установлены шумоподавляющие конструкции там и прикроют ли они весь поселок? Пока неизвестно. Валерия Поносова, Александр Грачев. Новости на телеканале ЮТВ.